Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. Рита Нерова о некоторых событиях республики. Здравствуйте. И вот некоторые темы. На 95% подготовлен жилищно-коммунальный комплекс Карачаево-Черкесии к предстоящим холодам. В школах республики распахнутся 26 новых точек роста. Карачаево-Черкесия присоединится к ежегодным экологическим соревнованиям в рамках Всероссийского осеннего Кубка чистоты «Чистые игры». И спортсменки Черкесска завоевали призовые места на 14-х Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Далее об этих и других темах подробно. На 95% подготовлен жилищно-коммунальный комплекс республики к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили на состоявшемся в правительстве Карачаево-Черкесии заседании регионального штаба безопасности электроснабжения региона. Участники мероприятия – это представители профильных министерств, главы городских округов и муниципальных районов, а также руководители теплоснабжающих предприятий, электросетевых и газораспределительной организаций. Они, в частности, обсудили вопросы подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов республики к работе в осенне-зимний период. Обозначили также существующую задолженность теплоснабжающих предприятий и рассмотрели меры по ее ликвидации. Председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов подчеркнул, что все предприятия жилищно-коммунальной сферы должны быть полностью подготовлены к октябрю и работать надежно и без сбоев. Один зараженный омикрон штаммом коронавируса в среднем заражает еще 8-9 человек. Таким образом, он заразнее первоначального уханьского штамма в 4 раза, рассказал директор центра имени Гамалея Александр Гинцбург. По его словам, именно за счет этого и идет рост заболеваемости и, соответственно, смертности. По данным главы центра имени Гамалея, эффективность западных вакцин против омикрон-штамма снижается в 30-35 раз, спутника ВИ в 10 раз. Таким образом, российская вакцина в 3-3,5 раза эффективнее западных. В Карачаево-Черкесии отмечается рост заболеваемости COVID-19. Ежедневно в республике фиксируется порядка 100 положительных ПЦР-тестов. Информацию комментирует главный врач Черкесской городской клинической больницы Альбина Асланукова. Это в основном пожилые и невакцинированные. Все-таки я считаю, что в республике мы мало бережем свое пожилое поколение. Надо активнее пропагандировать вакцинацию среди пожилых. Вакцинация позволяет, она от заражения ковидом может не предохранить, но от госпитализации, а тем более попадания в отделение реанимации, вакцинация наверняка она спасает. Это для ослабленных больных, которым противопоказана традиционная вакцинация. Ослабленные – это какие? С онкологической патологией, с аутоиммунными заболеваниями, ревматизм, волчанка и так далее. Это моноклональные антитела, которые на несколько месяцев дают большой прирост антител. В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. Как мы уже сообщали, регион получил первые транши вакцин для взрослых и детей Сови-грипп и Ультрикс-квадри, соответственно. На сегодняшний день провакцинировано более 23 тысяч человек, из них 2854 человека – дети. Всего в наступившем эпидсезоне ОРВИ и гриппа предстоит привить около 60% населения для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. Штаммовый состав вакцин для нового эпидсезона изменен. Периодическое обновление вирусов, содержащихся в вакцинах против гриппа, необходимо для сохранения их эффективности, поскольку вирус постоянно эволюционирует. Как обычно, лица из группы высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений смогут получить прививку бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Учитывая, что согласно законам природы и социума заболеваемость будет медленно, но неуклонно расти, следует помнить, что сейчас самое подходящее время для подготовки иммунитета к встрече с гриппозной инфекцией.
В рамках празднования столетия образования Карачаева-Черкесии агрокомбинат «Южный» оказал благотворительную помощь жителям и социальным учреждениям республики. Руководство тепличного комбината выделило 100 тонн овощей, которые доставлены в различные муниципальные районы и сельские поселения, в дом-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационный центр для несовершеннолетних, дом-интернаты для детей-инвалидов, детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также реабилитационный центр для наркозависимых, центр социального обслуживания населения, медицинские организации региона, мечети и православные церкви. В республике стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года», победители которого смогут принять участие во всероссийском конкурсе и получить ценные призы. На участие могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации. Своего рода это уникальная возможность заявить о себе, получить общественное признание, заработать дополнительные бонусы, если в планах есть участвовать в определенных конкурсах на получение грантов. Заявки на участие принимаются до конца октября текущего года по следующим номинациям. Лучшие проекты в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, здорового образа жизни, физической культуры и спорта – в сфере дополнительного образования и воспитания детей, а также лучшие проекты в сфере социального обслуживания, в культурно-просветительской сфере, в сфере социального туризма и так далее. В республике 14 участников преступного сообщества подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала. Информацию комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфильева. Деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве, пресечена сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике совместно с сотрудниками уголовного розыска. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершенного со средствами материнского капитала. В рамках расследования данного уголовного дела следователям возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно организация преступного сообщества. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками полиции задержали организатора и 13 активных участниц преступного сообщества. Выяснилось, что у некоторых из подозреваемых есть опыт работы в сфере оказания риэлторских услуг. Кроме того, многие из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные деяния. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадали более 30 человек, общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей. В отношении 14 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий. Региональная сеть центров «Точка роста» в республике увеличится на 26 подразделений. Более 20 тысяч школьников в новом учебном году приступят к занятиям в оборудованных по современному стандарту кабинетах. В настоящее время в регионе уже функционируют 113 центров «Точка роста». К 2024 году подобные объекты будут открыты практически во всех сельских школах. В рамках нацпроекта образования в сельских школах республики полностью обновились учебные помещения для точек роста, установлена современная техника. Педагоги прошли курсы повышения квалификации. Для уроков и дополнительных занятий будет использовано высокотехнологичное оборудование. Это цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, наборы и конструкторы для программирования, изучения механики и мехатроники, робототехники, компьютерная и демонстрационная техника. Портал бронирования санаторий России РФ представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе осеннего туристического кэшбэка в этом году. В топ-5 в Северокавказском федеральном округе входят Ставрополье, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чечня и Кабардино-Балкария. Благодаря программе кэшбэка многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства. А в целом осенний этап туристического кэшбэка можно охарактеризовать как дебют санаториев вне курортных регионов страны, отметила основатель портала санатории России РФ Евгения Терентьева. С 17 по 25 сентября по всей стране, в том числе и Карачаево-Черкесии, пройдут ежегодные экологические соревнования в рамках Всероссийского осеннего кубка чистоты
«Чистые игры». А в нашей республике мероприятие пройдет на территории села Чапаевского. Участники турнира будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на скорость, а три команды станут победителями и будут награждены памятными призами. Кроме того, команды будут искать артефакты, решать экологические загадки и получать баллы, а на финише – призы. У лучшей команды будет возможность побороться за Всероссийский кубок чистоты и стать абсолютным победителем турнира. Участниками игр могут стать команды из 4 человек. Для этого необходимо скачать приложение «Чистые игры», зарегистрировать команду и пройти авторизацию через соцсети. В этом году генеральным спонсором мероприятия стал Сбер. Компания поддерживает проведение «Чистых игр» во всех городах, где они состоятся. В столице Карачаево-Черкесии состоится интеллектуальный турнир к столетию республики. 16 сентября региональное министерство по делам молодежи проведет турнир осенней серии игр «Студенческая лига эрудитов». Цель мероприятия – развитие тренда на интеллектуальный досуг в молодежной среде. В игре примут участие 10 команд, всего 40 участников. Основной темой мероприятия станет «Столетие республики». По его итогам определятся 3 лучшие команды, которые будут награждены кубками, медалями и дипломами. Команда, занявшая 1-е место, станет обладателем титула «Эрудит» и студенческой молодежи осенней серии игр «Лига эрудитов». Команда Карачаева-Черкесии принимает участие в финале всероссийских спортивных соревнований «Президентские спортивные игры». Республику представляет команда победителей регионального этапа 5-й гимназии Черкесска в составе 14 человек. Финал будет проходить с 14 сентября по 4 октября во Всероссийском детском центре «Смена» Краснодарского края. Президентские спортивные игры проводятся в целях вовлечения детей – систематические занятия физической культурой и спортом, воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, а также выявление талантливых детей. Ну и последняя информация. Спортсменки из Черкесска завоевали золотую и серебряную медали по кикбоксингу на 14-х Всероссийских юношеских играх боевых искусств. На пьедестал почета взошли воспитанницы спортивной школы номер 6 республиканской столицы и спортклуба «Беркут». В частности, это Алена Апанасова, которая стала золотым призером в возрастной категории 10-13 лет, и Анастасия Шрамко, завоевавшая 2-е место в возрастной категории 13-15 лет. Спортивные соревнования проходят в Анапе по 23 видам боевых искусств и продлятся до 20 сентября. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. А в горах местами плюс 11-16. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова.